Друзья, всем привет! С вами на связи Елена Прекрасная. Давно мы с вами не виделись. Дела, заботы, хлопоты. Но тут пробегаю в центре. Сейчас покажу вам на юбилейной площади. И какая красота! Я еще не видела, елочку уже поставили. Поставили елочку. Выгружают вон ледяные глыбы. Вон уже сгруженные пачки для построения ледовых фигур. Уже завезены лестницы. Это для небольших горочек для деток. Вон большая горочка будет. А вот лодка уже построена. Я даже не снимала вам. То мы в отпуск уехали. В общем, вот так вот работы идут. Вон горка, конечно, расставят, скорее всего, их по-другому. А может, уже и на своих местах стоят, не знаю. Не знаю. Говорят, в городе много инсталляций появилось. Новых. Таких не было еще у нас. Видела в соцсетях. Очень красивые, постараюсь вам их все отснять. Они в разных концах города, и снимать их надо не днем, а вечером. Вся красота вечером, когда они светятся. О, вот, кстати, одна из них, точно, я же видела вот в библиотеке. Сейчас подойдем поближе. Снежок скрипит. Вот такие чудные пингвины появились на юбилейной площади возле городской библиотеки. Там вот еще ближе к поликлинике есть инсталляции. По-моему, Дедушка Мороз со Снегурочкой я видела. Так что вот сегодня у нас морозно. Ну как, относительно, по северным меркам. Где-то 25, что ли, у кого-то 28 показывает, но ветра нет, слава богу, ветра нет, потому что на днях был такой жуткий ветер при температуре минус 20, обжигало сильно. Уже у нас и под 40 морозы были. Вот по нынешним меркам сегодня у нас жара. Так что бегу по делам почти через весь город. Через полгорода точно. 11 только не задеваю микрорайон. Таем. Пальцы прихватывают быстро. Снимала. Монтировать некогда. И все уходит, это уходит. Что-то не актуально. Даже не знаю, буду ли что-то я монтировать. Если отмонтирую, то попозже выложу, даты укажу, потому что они уже в историю ушли. Ну вот, а сегодня бегу по городу, хоть снежок вам снять и наши изменения в городе. Сейчас вот дойду там, где Снегурка с Дедом Морозом, покажу вам их. Так, ну вот мы в 16 микрорайоне, возле взрослой поликлиники. И вот здесь... Вот такие классные, да, красоты, которая сияет вечером, конечно, не передать. Ну вот так. Но уже в новостях вчера или позавчера было, что уже ломали платформу, на которой они стоят, ее уже отремонтировали. В общем, не успеют остановить. Зачем ломают эти вандалы? Это ужас, вредители. Из-за дополнительные деньги, это не гарантийное обязательство, приходится ремонтировать. Так, ну бегу дальше, если что увижу, еще сниму вам. А я тем временем, смотрите, за несколько минут у меня уже волосики колом стали. Уже все инеем покрылось. Замерзаю. Вот буквально чуть-чуть отошла от поликлиники. И вот дошла до скейт-площадки. Вот так вот она выглядит зимой. Все, отдыхает до весны, до лета. Хотя, мне кажется... Если более-менее не холодно, минус 5, минус 10, наверное, ребятня, я так думаю, приходят и катаются.
не сильно заметено. Значит, они растаскивают этот снег своими скейтами и гоняют. И гоняют здесь. Вот так вот. Так, а мы уже в 14 микрорайоне. Вот там вот Олимп. Так, это, если не ошибаюсь, 13 школа. Кто-то узнает дома свои. Там вот вижу 30-й, 22-й. О, а я совсем уже, гляньте, покрылась инеем. В снегурочку превращаюсь. Так-то это, хоть ветерка нет, долго на улице. Уже вот я иду минут 20 с первого микрорайона уже в 14-м. Ага, детишки со школы идут. Так-то этот, вот варежку снимаю, холодно. Руки, пальцы прихватывает. В городе у нас появились вот такие вот аппараты с водой. Чистой воды. Ну, не только появились, уже, наверное, года два точно наблюдаю. Ну, как они зимой, конечно, понятия не имею. Так, литр 4 рубля. Вот такой вот шкафчик. Все обледенело, конечно. Ну, наверное, они, я так понимаю, с подогревом. Свет горит, вода как-то должна идти, предусмотрены. Вот такие вот. Даже у нас есть аппараты на севере, на 31-м доме. Так, садик. Садик, как помню, долго он строился, как долго ждали его открытия. Все время какие-то проблемы, недочеты устранять, переносили эксплуатацию. Сказка, по-моему, называется. И уже, и как это было давно, уже сколько он работает на радость детям и родителям. Вот этот садик. Мест не хватало, детей девать было некуда, нянечки, бабушки в помощь. Он очень спасал на какое-то большое количество мест детей, не помню сколько, но в общем большой таки садик, большой. Так, ну вот Южный, вот там вот Рубин виднеется, окраина. Новые дома. Вот такой еще тут торговый центр. Ну что, побежала в обратную сторону, будет что-то интересненькое сниму.
Бабушка Оля, я так понимаю, закрылась. Вывеска снята, магазин не работает. Свет горит, какой-то ремонт делают, переделывают во что-то другое. Хороший был магазин, ушел в эпоху, в историю. Там выпечку покупать, всякие вкусняшки. А павлин припорошила. Там на заднем плане вижу, елочку собирают вон. Техника стоит. Каркас уже собран. Сейчас подойду поближе сниму. Зимние спячки, фонтан наш. Так, ну что, друзья, на этой ноте позитивной, морозной, до новых встреч. А сегодня у нас что? А сегодня у нас 1 декабря. Сегодня же первый день календарной зимы. Поздравляю вас с наступлением зимы. Ну, мы не замечаем этих переходов сезонных, потому что зима у нас уже давно пришла. У нас календарные сезоны, времена года не соответствуют реальным климатическим, погодным на данный момент. Будь то лето у нас не лето, весна не весна. В общем, у нас все не по календарному. Поэтому мы и не заметили. А сегодня, оказывается, 1 декабря наступила зима. Ну все, друзья, всем пока-пока, до новых встреч.